Берет, да, это распространение. Привет. Да, конечно. Что? О, давай ты мне что-то скажешь. Нарушение авторских прав. Ты что? Что? Что сказать? Друзья, привет. Подожди, подожди, на 15 секунд ты что-нибудь скажешь? Может, ты спрашиваешь? Ну, давай я лучше скажу, а что им сказать? Друзья, привет. Подожди, подожди. Я скажу, знакомьтесь, это у нас Пугач, пришел к Рясу. Ребят, знакомьтесь, это наш новенький парень, Пугач Костян. Как твои дела? Хорошо, как у вас дела, ребят? Я вас не слышу. Пару вопросов мне задайте каких-то. Через Рясу Марину. Можешь добиваться? Конечно, обязательно. Все. Есть? Чик-пок. Давай. А как тебя там? О, давай, Костя Пугач, по-английски. Можешь, да, с маленьким подчеркиванием внизу. Вот так, да, нижнее подчеркивание внизу. Мариш, ты помнишь розы? Да, Пугач. Пугач. Вот. Да, Мариш, розы, помнишь, с пламя любви? Так. Пару слов ребятам скажи. Расскажи, как у нас. Йоу-йоу-йоу. Привет всем. Что там? Привет, ребятки. Залетайте в его инстаграм, смотрите эфиры каждый вечер. Каждый вечер на ТНТ после в 12 часов залетайте сюда. Будет много всего интересного. Надо улыбаться, как ты, да? Вот так, да? Да. А мы летим дальше. Да, полетайте. Стало актуально вот для мужчин. Это. Но я это поняла. Меня пока. Не, я же вот это понял. Друг друга поняли. Но когда происходит. Угу. Кроватка.
Маришка, хотят, чтобы ты показалась тут. Иди сюда. Девочки просят. Угу, из Шотландии пишут. Шотландия, привет, Елена. О. Привет, привет. Привет, Бутин, нет. Не стоит у меня завтра... У меня завтра свадьба, но смотри. Так, гоу. Завтра свадьба? Да? Какой завтра? В 10 утра. Поздравляем вас. Это мой год. И, наверное, мой будущий муж. Привет. Здорово, ребята. Давайте, кот. Счастья вам. Так, завтра в 10 утра ЗАГС. Твои барабаны. Марина, иди сюда. Просят. Садись. Садись. Ребятам пару слов. Привет. Так, я ничего не вижу. Что тут говорят? Ну, ты очень... Хорошо. Как вы считаете, Костя добьется Оксану Ряску? М? Как вы считаете, ребят? Посмотрите, вообще, Костяна лучше без бороды. Он тут ходит в стрессе. Ой, тебе 12 человек. Это и друзья. Они потихоньку, вон, смотри, какая ты. Вот, вот это она просила. Да. Спасибо, спасибо. Просила вот она. Спасибо. Да. Что вы скажете, лучше Костяна без бороды? Что вы дакаете, да, 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 смотри. Лучше без бороды, идет, видишь? Супер. Ты еще там на островах Наласа побреешься. Еще сильнее брейся, звони. А, вообще хотят тебя превратить в подростка. Давай. Марина. Ой, спасибо, задри, задри, спасибо. А ты к Марине добавилась в Инстаграм? Ты есть у нее или нету? Сегодня же добавься, если да. Тебя нету. Добавляйтесь. Я со всеми общаюсь. Отвечаю во всем директ. Remember me. Помнишь меня? Сними кепку. Сними кепку. О! О! Даже непривычно тебе без волос. Нужно не пропиарить. Нужно его пропиарить. Я его пропиарила в сторис. Он у меня в сторисах. Сколько лет Косте? Скажи, сколько мне лет? Косте 18. 18, ребят. Костян 18. Че, не видно результат? Смотреть на лицо. Миш сошел с ума. Миш сошел с ума. Это писал. Виснет эфир. Тут, видимо, так плохо ловит интернет.
Кладку на голове не сделали ему? Все он сделали нам. Все сделано. У него сегодня такой специальный стиль. Джонни Депп. Прилизанный. Ребят, вы каждый день смотрите «Дом-2»? Слушай, а почему... А, подожди, что а это что такое? Вот это дало? Давай посмотрим. Что а, это подсоединить. А как сохранить? Да как вот сохранить это потом? Когда завершаешь, да? Нажимаешь «Завершить» и потом сохранить. Сделаем потом, да, да. Все сделаем. Кто будет строить? Кто будет с ним отношения строить? А как? Может, Ряска. Ряска. А может быть и вы. А может быть и вы. Вы хотите прийти? Как вас конечно зовут? Конечно. Лади. Каждый, да. Каждый, вот. Правильный ответ. Это каждый. Должанский, это край. Так, hello. У тебя одни иностранцы, ты глянь. Да? Да. Ого. Ну, у меня много, кстати, индусов там разных. Правильно. А ну-ка, а ну-ка. Смотрите, у Костяна такие голубые глаза. Надо было на остров его отправлять. Рано на остров, он еще тут совсем не познакомился. Неделя только прошла. Может, я приду скоро. Ух ты. Вот, приходи. Ждем тебя. Это девочка, которая мне комплимент сделала. Да, она. Вот, приходи к нему. Свадьба скоро. В этом году. Так, все. Я оставляю тебя да наедине с своими ребятами. Потом, потом смотри, ты говоришь завершать. Давай вот так, так сделаем. Давай сделаем. Тренируемся завершать. Завершай. Завершить.